Яна Троянова сейчас находится в деревне Эль-Нидо, жемчужине Филиппин, расположенной на острове Палаван. Правда, стоит отметить, что актриса прилетела туда не для отдыха, а для работы. Звезда сериала Ольга была выбрана ведущей авантюрного шоу «Последний герой». Больше по теме: Яна Троянова в соблазнительном ретроплатье затмила Аллу Михееву в бархате на красной дорожке в Московском театре мюзикла прошла церемония вручения премии ТЭФИ. У себя на страничке в соцсети Яна поделилась свежим фото, сделанным в перерыве между съемками программы. На нем актриса сидит в тени тропических деревьев, положив ноги на круглый деревянный стол, и любуется видом на пляж. На звезде надета стильная рубашка цвета хаки, кожаный коричневый ремень, а довершают спортивно-лирический образ убранные со лба светлые волосы и крупные серьги. Ждем 2 марта. На ТВ3 «Последний герой» оставила ведущая лаконичный комментарий к посту, сопроводив его хэштегами «Остаться людьми» и «Жаришка», орфография автора. Пользователи обрадовались анонсу Яны. «Ура! Ждем! Какое же там наслаждение! Здорово!» – написали они. Одна из подписчиц также поинтересовалась у актрисы, как можно попасть на кастинг-шоу, так как считает, что ее муж – идеальный последний герой. Где люди находят информацию про кастинги на такие передачи? Спасибо вам, что приняли участие. Не смотрю ТВ3 вообще, а вас с удовольствием будем смотреть. Я после фильма «Волчок» до сих пор в приятном шоке от вас, как от актрисы. Люблю, дай вам Бог всего, написала поклонница. Троянова не оставила вопрос подписчицы без внимания. О кастинге будет объявлено на ТВ3, но это уже следующий год, пояснила она.